Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые кадры, снятые во время боевых действий в ходе Второй Карабахской войны. В 10-минутном ролике, размещенном на сайте ведомства, запечатлено уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений вооруженных сил Азербайджана в ходе Отечественной войны, отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны. Низкий поклон доблестным сынам Азербайджана за долгожданную победу и вечная память храбрым воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества. Да здравствует победитель Азербайджан!